Итак, у нас сегодня 12-я годовщина свадьбы. Мы, перебрав все рестораны города, решили все-таки сделать то, как мы любим, и пойти на пикничок. И вот мы накупили всех самых любимых вкусняшек, от еды до сладости, всего, чего мы больше всего любим. Целый пакет просто. И идем искать себе классное местечко и балдеть от солнышка. Так. Кто-то из аварии. Собачки соревнуются. Целый парк людей сегодня. Супер. И много-много красоты собачьей. Так. А мы все-таки не теряем надежду найти уединенное местечко. Наше казенное уединенное местечко было занято, которое мы всегда здесь занимаем. Боже мой, какие сплюшечки. Идем на то. Шикарно. Зase, просим, жадный преслав, жадный прекрачевание. Маленькие. Это игра. Ну, вон скамеечка в сумке. Сколько собачек здесь сегодня? Сидит на скамеечке. Классно. Идете на прокладку, ковано ясно. Новый проект City Garden Dallas. 4 башни. По делам квартиры. Покрапывает дождик, сегодня плюс 15, но все равно как-то нормально, хорошо так. Мы на горе, такой вид красивый, трава открывается вообще. Тут не очень видно, мы уже проехали то место, откуда открывался вид. Так, мы с вами на конечной станции метро, красной ветки, Хае. Это тоже еще одна окраина, как бы окраина Праги 4. Здесь она пересекается с Прагой 10. И здесь я тоже почти не бываю. Вот это свидетели Иеговы стоят. Со своими брошюрками. А вон Альберт есть. За такими районами всегда, где последняя станция метро, всегда потом начинается Прага-Запад или Прага-Восток. Состоящий из множества городишек и деревень. И там уже такое все. Домики. Привет, птичка. И все дела. А высотки заканчиваются обычно на последних станциях метро. Где-то там был вот биоход. Там биопхор. Ты с чего это взял? Ты это помнишь? На крайней станции метро. В смысле? На смысле, на приходе из метро рядом. Thank you.
сегодня плюс 37. Обещают грозу и штормовое предупреждение у нас после обеда вообще тоже объявили. И мы там, где... Я даже не представляла. Не сюда? И мы там, где... И мы в казино случайно. Забрели. Приехали в мебельный магазин. Сюда. Вот, и мы просто... В Праге 10, в очень глубокой ее части, отдаленной очень сильно от центра. Мы здесь не пройдем. Мы здесь просто никогда даже не были. Так что мы сегодня в новых местах и идем. У нас только что перед носом уехал автобус. И 15 минут дожидая следующего. Это окраины, ребята, тут. Для Праги это, ну, считается мало. То есть в центре ходят автобусы каждые там 5 минут, самое большое, а так вообще каждые пару минут. А здесь, конечно, свои нюансы. Свои нюансы. Потому что ждать. Ошиблись. А? Ошиблись. Мы с тобой?